Привет! Вы на канале Helen Call. И сегодня я решила показать вам, какие семена цветочков я купила. Смотрю, уже на всех каналах идет подготовка к весне полным ходом. Все садят рассаду. И мне тоже хочется цветочков. Тоже хочется. Я купила петунию. Хочу ее высадить. Там вулканчик пришел. Хочу ее высадить горшочек и повесить на окне. Думаю, будет красиво и пахнуть хорошо. Вот, это мой вулканчик. И здесь же сидит трёшенька. Вот они мне вот так вот помогают показывать мои семена цветочков. Да, такие у меня веселые котики. Вот вулкан боится трешеньку. Она сильнее, она очень сильно дерется. Да. Вот как вы уже увидели, благодаря вулкану, я посадила эту петунию, посеяла. Не знаю, правильно я сделала или нет, но в цветочном магазине мне сказали, что покупая семена, нужно взять торфяные таблетки, размочить их и насыпать семена. Вот видно эти семена, торфяные таблетки набухли. И уже я смотрю, некоторые начинают проклевываться. Я это сделала еще в воскресенье. И каждый день подливаю водички, чтобы таблеточки у меня были мокренькими. Торф быстро впитывает влагу. Вот, буду дальше показывать, что у меня вырастет. Это покамест я посеяла только петунию. Я высыпала семена из этих двух пакетиков, смешала их и посеяла вот в 6 торфяных таблеточек. Сказали, когда прорастут, пересадить уже вместе с этими таблеточками все в горшочек, в котором оно будет уже у меня на окне. Ну вот, хотелось бы еще патурлак. Мне очень нравятся цветущие целое лето и осень цветочки. И именно хочется, чтобы они были разноцветными. Вот я взяла 2 патурлака и вот такую вот симпатичную гвоздичку. Это на картинках симпатичная. А так, опыта выращивания цветов у меня нет. Но всегда все бывает в первый раз. Буду пробовать, буду учиться. Патурлак в прошлом году я уже садила, но покупала рассаду. Рос неплохо, не знаю, вот посеялся или нет. Пока еще не прорастал, еще на улице рановато для этого. Так что всем хорошего дня, прекрасного настроения, пока!